Новым руководителем управления здравоохранения исполкома стал экс-главный врач детской поликлиники номер 3 Александр Николаев. Он заменил Нияза Фатыхова, который в конце декабря прошлого года уволился по собственному желанию. В Автограде он успел потрудиться только год. Александр Николаев возглавлял детское медучреждение 4 года. А вот кресло начальника отдела по работе с молодежью, наоборот, освободилось. Исполком покинул Расим Хафизов, который руководил управлением более 2 лет.